Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня буду оформлять торт пин на 5-летие годовщины свадьбы. Торт у меня здесь медовик. Делала я по рецепту с канала «Торты и кулинария». Только единственное, что у Верочки там 11 коржей, а я сделала немножко больше, чуть-чуть увеличила норму. У меня 13. И крема сливочно-сметанного у меня 300 грамм ушло. Коржи диаметром были 21 сантиметр. После выравнивания торт 12,5 сантиметров. Буду оформлять торт, как видела на канале «Сладкая красота». Я уже как-то до канала делала такой торт. Сейчас буду повторять. Вот кое-где у меня остались следы от шпателя. Знаете, вот когда мы так равняем, бывают такие вот выступы получаются. Я их не стала заглаживать. Сейчас еще дополнительно нанесу крема. Начнем чем-нибудь маленьким. Вот мастихинчиком. То есть это будет как бы кора дерева. Также можно лопаточкой, шпателем. В общем, кому как удобно и чем удобно, тем и делаем. Беру понемножку и пытаюсь нанести. Можно так в разные стороны сделать. Вовнутрь или снаружи. А чтобы был здесь небольшой выступ, как бы сама кора. И так наношу по всему торту. Сейчас в желтый добавила кофейный топ-декор и получила такой бежевый грязноватый желтый цвет. Можно, пожалуй, пожелтее сделать и буду наносить на поверхность. Совсем до края не буду доходить. Все, конечно, делать надо очень быстро. Постоял крем уже внизу. Пузыриться. Ну, так быстро у меня, конечно, не получается. Поэтому как сделаем, так и сделаем. Оставатый слой нанесла. Примерно так это выглядит. Здесь у меня коричневый кофейный топ-декор. Срезала пакетик и буду наносить круги. Срезала чуть побольше. Краю надо побольше и подровнять все одно. Сейчас поверхность сбрызну водкой. И силиконовой кисточкой попробую сделать
такие круги, растянуть их как бы. Кисточку все время надо промывать. Думаю, так будет достаточно. Сейчас на палитру капнула этот же кофейный топ-декор. Еще добавлю немножечко водички. Развела водичкой. И вот сначала такой кисточкой попробую. Я как-то пробовала, у меня не получилось покрасить. Вот сначала как бы внутреннюю часть надо накрасить. Не кончики, а получается вот здесь. Внутри наших срезов. Это будет у нас кора. Еще водички добавлять. Чтоб не сильно темно получалось. Сейчас в наш коричневый добавила зеленый и черный топ-декор. Также немножечко водички. Сейчас буду пробовать делать кончики. Теперь надо красить как бы так, мало черного. Добавила еще черный цвет. Можно сделать без коры, просто нанести черточки. Очищаю подложку. При помощи кисточки промыли, осушили и провели. Независимо от того, что у вас будет по низу торта, старайтесь сделать низ аккуратно, потому что идея оформления может поменяться. А если низ уже аккуратно не сделан, то ничего не поправишь. Заполнила мешок зеленым цветом. Это я в зеленый топ-декор добавила коричневый, которым были сделаны наши полоски. Насадка открытая звезда номер 14. И буду делать веточки. На веточках листочки. В общем, где мне не очень нравится, там сейчас и буду прикрывать. Стараюсь много не делать. Сейчас меняю насадку на листик номер 66. Он у меня самый маленький. И делаю листочки с двух сторон. Такие друг к другу плотненько стараюсь. Веточки я все делаю листвой,
А вот на этих веточках, чтобы отличались, делай покрупнее листочки. Это насадка галочка без номера. И сделаю так, их пореже и покрупнее. Насадкой круг номер 4 сделаю шишечки на этих маленьких веточках. Крем окрасила AmeriColor номер 120. Если побольше флакончик, это будет 220. Насадка, единичка, круг. И сейчас буду добавлять яркости в наши шишечки. Просто вставляю и выдавливаю. Вот именно этот 120 AmeriColor дает настоящий красный цвет. И сразу же этой насадкой круг номер 4 зеленым кремом добавляю как бы листочки такие, чтобы не были у нас все листики одинаковые. И так оформляю все наши маленькие цветочки. А сейчас, чтобы наши листики не были такие однотонные, в серединке я окрашу одну листву кредо 42. Вот эти, которые у нас миленькие. А крупные окрашу топ-декором. Посмотрим, будут отличаться или нет. Но здесь провяжу просто полосочки. Также слегка развела водичкой. Но это, конечно, требуется время, но это очень оживляет. Где больше зацепили, где меньше. Можно разводить водкой. Водка быстрее испаряется. Кисточку протирать надо от крема. Здесь девочки хорошо умеют припылять серединки листвы сухим распылителем, но у меня это не получается. Поэтому для меня это более безопасный метод. Вот так раскрашиваю все листики. А сейчас окрашиваю крупные листочки. По цвету почти не отличается краситель топ-декор от кредо, именно когда его наносишь на листочки. Можно одним сделать. Просто я здесь больше сделаю зелененького, как бы растяну, чтобы они выделялись. С кремом ничего не случится, водичка испарится, и вот в таком виде все листочки сохранятся. Сейчас кое-где хочу сделать травку. Здесь у меня насадка 233, малая травка. Внутри крем окрашен
зеленый топ-декор и капелька черного топ-декора. Ну, как травку отсаживать, наверное, уже все знают. Не дотрагиваясь до поверхности, вытягиваем, саживаем и отдергиваем. Еще хочу сделать цветочки, похожие на ромашки. Вот здесь у меня круг номер 9. Я просто выдавливаю шапочку, такую, как получится, на сладкой соломке. И теперь делаю сам цветок. Что он кривобокенько, но ничего страшного, значит, он будет смотреть у нас в бок. Еще рядок. Здесь у меня насадка хризантема номер 81. И мешочек обрезала и окрасила топ-декор желтым. Делаю серединку. Вставляю в наш торт. Там будет все держаться. Сейчас я на всякий случай сделала здесь отверстие шпажкой. И вот так спокойно вставляю. Еще я хочу сверху положить две ромашки. Припыляю серединку зеленым сухим распылителем. На Алиэкспресс это съедобный порошок или фруктовая пудра. И также делаю серединку. Все же надо сначала цветы отсаживать, а потом делать стебельки. Еще я сделала вот такой топер, два сердечка. Это обычные вырубки для пряников и молды. Алфавит русский и бусинки. Установила на шпажки. И сейчас буду устанавливать на торт. Так, чтобы они у нас были выше ромашек. Оформление торта выполнено белково-заварным кремом на пектине на 125 грамм белка. Рецепт есть на канале.
А так как моя работа выполнена, пришло время с вами прощаться. До свидания, мои дорогие. До следующих встреч.